Значит, сегодня мы с вами продолжаем мастер-классы рисования песком. Песочная поэзия Севера. У нас я не имею. В рамках фестиваля «Город мастеров» мы рисуем с вами песком. Каждый четверг в 16 часов у нас мастер-класс. А сегодня мы с вами будем также рисовать. Кто первый раз пришел, сейчас я вам покажу, как можно рисовать песочком. Перед нами вот такой стол-планшет. Все умеют дома, наверное, рисуют, у всех планшетики есть. А у нас вот такой стол-планшет, он с подсветкой. Значит, рисовать как, какие приемы можно использовать вот в рисовании песком. Значит, вы видите, у нас светлый столик, да, поэтому мы можем рисовать темным по светлому. То есть мы на светлом столе будем рисовать песочком. Что мы для этого делаем? Мы берем, набираем песочек вот сюда, в ладошку, и зажимаем ее. И сейчас мы, если хотим что-то нарисовать, ну вот что, давайте солнышко нарисуем. Давай. Мы просто, я беру и разжимаю вот этот свой кулачок, и у меня получается вот такой рисуночек. То есть вот мы можем нарисовать, что вы хотите. Лучики можно у солнышка нарисовать. Вот так вот. То есть я раскрываю ладошку и выпускаю песочек. И он у меня высыпается. Если я буду очень быстро, значит, будет белая полоска. Если я буду потише, значит, полоска будет более насыщенная такая. Да? Вот такое стилизованное солнышко мы с вами нарисовали. Глазки можем нарисовать? Да. Можем. Для этого мы тоже, видите, я вот так вот стою на одном месте и выпускаю песочек. Вот глазик. Я буду рисовать с вашей стороны, чтобы вам было удобно. Вот засыплю его, видите, вот так. Так. И носик мы стилизованный нарисуем, да? И вот такое солнышко у нас. Я несколько раз могу, видите, проводить этому солнышку. Ротик, носик могу еще добавить. Вот так мы рисуем темным по светлому. Понятно? Песочек я встряхиваю, вот это все убираю. И теперь еще один солнышко мы можем с вами нарисовать? Конечно. Тогда для этого он берем, просто вот так вот берем, вот так вот так. Вот такое солнышко мы можем с вами нарисовать, видите? А тучки можем нарисовать? Да. Их можно просто вот так вот нарисовать, как будто вы ручкой рисуете тучки. А можно вот так вот берете ладошечку и вот так вот. Так вот берете, и вот у вас такие тучки получаются. Вот, видите? То есть как мы можем рисовать, да? Понятно. То есть мы рисуем пальчиками, мы ребром ладошки рисуем, мы подушечками пальцев рисуем. Все, убираем наш рисуночек. А сейчас давайте все, кто стоит рядом, все попробуем рисовать. Значит, берите в ладошку, набирайте песочек. Вот здесь берите песочек, набирайте. И берете, теперь делайте фон, насыпайте вот так вот, насыпайте. Не вот так высыпаем, а тихонечко высыпаем вот так. Вот, высыпай из ладошки. Вот, молодцы, насыпайте. Старайтесь так, чтобы у вас нежненько песочек падал, чтобы он ручками не дотрагиваемся пока. Потому что мы тогда смажем с вами. Так, теперь каждый сейчас подумает, что он будет рисовать, какой предмет. Можно рисовать цветочек, можно рисовать рыбку, можно рисовать. Вот каждый подумает. Вот каждый рисует, что он хочет. Мы нарисовали рыбку. Рисуй. У меня барашек. Хорошо, елочку рисуешь, да? Рисуй. Что-то похожее, потому что что ты увидел. Я просто вот там вот сделала. Я хотела огненько нарисовать. Ну что, только у нас, видите, такая он получилась с вами не картинка, не сюжет, а каждый нарисовал что-то, что он захотел. А теперь давайте в другой технике попробуем нарисовать. Давайте наш песочек вот так аккуратненько. Чтобы у нас была вот так чистенькая такая поверхность. Ну, более чистенькая. Теперь берем, каждый набирает в ручку, чтобы он никуда мимо не сыпался. Вот так в ладошку набираете песочек и подходите каждый к своему месту, где вы стоите. Набрали в ладошечку? Не разжимайте пока кулачок. И сейчас давайте попробуем нарисовать кружок. Вот так вот вы разжимаете кружочек и рисуем. Вот я, например, нарисовала кружочек. Теперь вы разжимаете, рисуйте, что вы можете нарисовать. Цветочек нарисовать? Так, давайте тоже я наберу. Давайте вот такую ромашечку нарисую. Берите в ладошку. Алена, смотрите, как говорят, объясните и повторяйте. Цепаем, делаем вот такой кружочек маленький. Просто
Вот высыпай вот так. Давай вот так вот бери. Высыпай потихонечку. Разжимай тихонечко. Сильно не разжимай. Вот. Смотри, теперь как идет у нас ромашка. Вот я ее беру вот так вот и рисую вот такую ромашечку. Смотрите, пожалуйста. Так это ты должна разжимать. Разжимай потихонечку. Разжимай тихонько-тихонько разжимай. Вот. Ну, давай дальше разжимай. Разжимай кулачок. Потихоньку разжимай. Вот, и рисуешь цветок. Как ты цветочек умеешь рисовать дома? Разжимай, не бойся. Все, есть еще песочек? Стягивай туда, набирай снова. Это просто первый раз, конечно, сложно. Так, ну какие у нас лепестки? Вот, давай. Вот лепесточки, вот, вот лепестки уже получается. Вот, давай высыпай, не бойся. Давай снова введем. Ну, пусть такой будет пока цветочек. Теперь давай я дорисую свой, и мы дальше пойдем. Так, теперь бери пальчик. Положи, немножко вот так вот сюда возьми. Высыпай сюда. Вот так высыпай. Угу. Теперь бери вот так вот пальчиком и сделай вот так. Вот так. Замечательно. А теперь смотри, теперь просто бери и можешь просто так вот раз. Вот так. Вот так вот. Ну как цветочек рисуешь? Вот так рисуй. Потом серединку вот так вот. Вот, молодец. И серединку вот так еще возьми, как солнышко. Я пока перебери песочек в ручку. Так, есть стебелечек. Будем рисовать? Стебелечек рисуем, да. Лепесточки. Вот видишь, какой красивый цветочек получился, да? У меня со стебелечком. Со стебельком. Да. Так, ну что ты еще хочешь? Что ты еще будешь нарисовать? Солнышко, я умею сама. Солнышко. Ну нарисуй тогда сверху солнышко. А вы не могли бы нам помочь это? Давайте. Что мы будем рисовать? Ален, попробуй. Что мы будем рисовать? Ну, давайте. Давай какую-нибудь коса нарисуем. Радугу нарисовала. Северное сияние. Так, хорошо. Давай вот это пока. Освободим нам. Можно даже какой-нибудь. Я рисую.